a darles. No hay nadie aquí. Ya los cabrones estaban aquí y se largaron. Vamos a seguir buscando, órale. Повстанцы устроили перестрелку с картелем. Наши действия? Что там происходит? Мой гость начинает беспокоиться. Нашел семью деда? Мы в процессе. Ясно. Поторопись. Будет весело, если старик помрет от инфаркта, не дождавшись жены и сына. Принято. Стоп, тут оружейный ящик. Они идут туда, где мы были раньше. Порядок. О, хорошая вещь. Тут постоянно летают их вертолеты. Теперь мы можем угнать один из них и передать повстанцам. Есть координаты передатчика повстанцев. Мы должны его включить. Вертушка единственная на подлете. Залечь. Mire para acá. Se lo pido por la Virgen. Ayude a esta pobre gente. Jamás sabré cómo pagarle su ayuda. Gracias de todo corazón. Руки прочь! Не бойся, Чуи. Нас прислал отец. Вы надеетесь, что я поверю? Мне плевать. Верь кому хочешь, только заткнись и слушай, что тебе говорят. Теперь идем. Оба пакета в безопасности. Доставим их старику. Полный газ. Все, вы в безопасности. Да. А это... Рудольфо. Моя Рашита, ты в порядке? Да, милый. Папа, во что ты нас втянул, старый дурак? Он помог вам, малыш. Не надейтесь, что мы вам поверим. Вы, янки белобрысые, одни проблемы нам приносите. Я, может, и не участвовал в 90-е в протестах крестьян, но видел шрамы у тех, кого избивали. Да хватит уже. Меня тошнит от антиамериканского бреда. Мы вам не враги. Но ты нам и не друг. Спокойней, сынок. В прошлом я много раз заключал сделки с дьяволом. И всегда, чтобы защитить мою семью и всех крестьян, моих кокалерос. Теперь у меня договор с вами, агент Боумен. Потом я об этом пожалею, но пока это позволит выиграть время. Боумен получил свое? Никто этому не рад, но да, похоже на то. Неблагодарные скоты. Они же знают, что мы их спасли. Я знаю только то, что картелю без деда придется долго налаживать производство. Остальное меня не касается. Это точно.